2017 год для Алданского района был более чем успешный. Мы завершили программу переселения из ветхого жилья. Почти за эти годы было переселено вместе с республикой, было переселено почти 20 тысяч квадратных метров жилья. Мы очень хорошо подготовились по благоустройству. У нас центральный город Алдан хорошо заасфальтировали, благоустроили, также благоустроили населенные пункты. Мы сдали культурно-спортивный комплекс в селе Хатасты. Мы начали строительство спортивного комплекса в поселке Ленинске, который также планируем в ближайшее время сдать. То есть в целом такой очень успешный, позитивный год.